Thank you.
Всем здравствуйте и добро пожаловать на хоккей, на очередной матч нашего турнира. Сегодня он завершается, ну и, собственно говоря, у нас последний заключительный игровой день. Ну, я надеюсь, что хорошо видно, хорошо слышно. И будем следить с вами за игрой между командами «Юность» и «Астана». И пусть это все у нас уже, как говорится, не повлияет, да, на турнирные расклады. Но зато матч сам по себе интересный. Две играющие команды, две хорошие команды. Команды, которые действуют в открытом стиле, много забивают. Я думаю, что вот так под занавес должны они нас порадовать искрометным хоккеем. «Юность» уже можно поздравлять с серебряными медалями этого чемпионата группы А. Они молодчики, красавцы, но и «Астане» тоже. Всем немного не хватило для того, чтобы в тройку призеров забраться. Ну и вот там момент. Момент, который возникает у Габриэля Шуклина. И он пытается там броском вблизи ворот соперник поразить. Но пока еще... Тут еще пока неизвестно, чем вся эта история закончилась. Ну, это, по-моему... Да, у меня вроде бы все нормально идет. Никаких проблем с интернетом нет. Соответственно, желаем здоровья интернету, которая нахуй все нормально идет. Так, ну и что там? Там похоже, что Тимофей Плотников все-таки шайбу в том эпизоде зафиксировал. Но вот если сейчас мы будем так немножечко перескакивать по времени в этом матче, то в этом тоже не придется удивляться. Соответственно, сейчас астанчане тоже погнали вперед. Погнали в атаку. Еще один подбор, но уже в собственной зоне. Именно отсюда Астана будет свою атаку развивать и начинать. Это Макзум Нурлан принимает шайбу, прокидывает ее дальше и затем летит вперед. Ну и вот тут еще один вход в зону. Сохраняет шайбу Жанатбек Клиукабылов под собственным контролем. Ну и затем на Амозова. Ну и Саша туда вперед, ну там Рустам Махашев, который выигрывает позиционную борьбу, ну и, соответственно, через Тимуджин Сраубаева. А через кого же еще, как не через него? Там еще один проход вперед, Нитесов, Ларичев и бросок поворотом, бросок прямо в цель, бросок прямо в створ. Но, в общем-то, тут, конечно, Плотников молодцом. И угол закрыл, и ситуацию проконтролировал. Ну, в общем, все хорошо для голкипера Астаны сложилось. Ну, и, собственно, для его команды-то ведь оно тоже хорошо сложилось. Заброс вперед на Нитесова. Нитесов адресует еще одну передачу. Ну, и там Руднев уже попытается сейчас в контратаку сгонять. Валихан берет шайбу под собственный контроль, заезжает в чужую зону, разворачивается, ну и, соответственно, ждет возможности для броска и забивает. Шикарная шайба, шикарный бросок. Санжар Валихан, что сотворил-то, а? На индивидуальном мастерстве этот парняга и забивает. 1-0 в пользу Астаны, просто гол красавец. Ну, Санжар Валихан, у меня сложилось такое мнение о нем, что некрасивых голов в его исполнении не бывает, в принципе. Вот и сейчас, да, такую положил, что Колесников-то пытался хоть как-то среагировать. Ну, как ты тут среагируешь, когда
Вот такой вот великолепный бросок удается команде соперника. Ну что, 1-0 в пользу Астаны у нас на старте этого матча. Кем будет юность отвечать? Ну, мне кажется, что сегодня, в принципе, да, ребята такой покажут сверхоткрытый хоккей. Никто там в обороне отсиживаться не будет. Все хотят получать удовольствие где-то там, где-то у чужих ворот. Соответственно, я думаю, что вряд ли у нас там будет много борьбы в средней зоне. Какой-то толкотни за эту шайбу нет. Скорее, больше все через пас, через комбинации, через индивидуальное где-то мастерство. А мастеров тут собрано немало в составе обеих команд. Что тут, что там, как говорится. Ну и вот здесь Руднев, да, оставлял шайбу на партнера. А вот это уже Белоусов. Ну, пытался, да, так с замаха бросить. По шайбе не попал. Шиль закатывает еще дальше за ворота. Ну и передачу на вершину на Демида Логоцкого. Логоцкий снова отыгрывается дальше. Диканский. И наброс от Владика. И вот тут уже, конечно, гол. И вот тут уже, конечно, разобрался. Так разобрался. Чего уж тут. И разобрался Белоусов. Браво, браво, Андрюха. Ну, тут уж в целом, да, для него турнир получается весьма неплохим и насыщенным. И много забивает, и, в принципе, участвует активно в атаке. Ну, тут уж как-то прям совсем забыли, да, про существование Белоусова на чужом пятаке. Тут шайбу принимает, разворачивается и не видит каких-то проблем для того, чтобы переиграть Тимофея Плотникова. Но, в принципе, пока по старту игры наш прогноз, он целиком и полностью оправдывается относительно открытого хоккея. 5 минут команды еще пока не сыграли, а у нас уже, вот сами видите, 2 заброшенные шайбы. Даже 4 минуты, да, сыграли команды, а уже голами обменялись. Ну, молочки, молочки, и за этим приятно понаблюдать. А вот здесь Шоклин, и скидывает на Пащенко, и бросок в ближний угол от Матвея. Ну, там, да, там Плотников, хорош, красавец, умница. И еще один подбор с передачей, там Шалопаев. Так, еще одна скидка. Ну и Тихон Басенко. Да, Тихон Басенко назад отыгрывает. Но Шалопаев высоким прессингом идет на соперника. И снова подбор Эдуарда Зейферта. Ну и так, да, он замахивался сейчас. Замах неплохой. И еще один бросок по воротам. Это Ансар Бирик уже бросает на сей раз. Но и вновь там Никита Колесников. Так, ну и вот тут игра у нас на паузу отправляется. Очередное вбрасывание ждем. Так, ну и здесь уже Жанатбек Клюкобылов, который со своими тоже уже давным-давно привычными партнерами, да, выходит на площадку. И вбрасывание-то оно за юностью остается. И достаточно быстро убегают сейчас в контратаку карагандинцы. Ну, а это для них история привычная. Эта история для них, она присуща. И вот тут Раубаев бросок наносит. Тоже вторые комментаторы со мной. Сейчас Косте напишу. Так, ну Иван Журавлев сейчас отправляется на точку вбрасывания. И здесь еще один рикошет. Амозов подбирает шайбу. И дальше Макзум Нурлан. И можно идти вперед, и можно двигаться дальше до синей линии. Все это дело происходит. И Нурлан катит еще дальше. Ну и там открывание от Махашева, оно тоже имеет место быть, но Журавлев решает вот так сам вырулить, выкружить в этом эпизоде. Ну, а собственно, почему бы и нет? Через передачу, через перевод. И снова Нетесов, и снова открылся, и снова подобрал шайбу. Ну а дальше уже контратака. Идет вперед Хангильде. Жаксагильде выкручивает момент сейчас, и Демид Логоцкий.
тут уже Демид Логоцкий, и особо-то ему никто не мешает в этом противостоянии. И пошли активно бороться тут у борта карагандинцы. Успевает сейчас, да, и еще один момент вкатывает. Это уже Женатбек Тлеукобылов. Тоже в створ бросок наносит. То есть стараются-то, конечно, пацаны-то тут все в створ. И еще один проход в атаку. Шиль подбирает шайбу. А если на дальнюю? Конечно. Тут все верно было разыграно. Немного Нетесову не хватает для того, чтобы поразить ворот соперника. Еще один заброс. Это Белоусов. И еще одна хорошая передача. Ну, тут Останчанин. Тут Останчанин, который, в общем-то, снова во всей этой истории играют внимательно. Там был эпизод, когда забыли на дальней штанге Нетесова. Сейчас уже исправляются парни Антона Петренко. И Руднев закатывает сейчас в чужую зону. И тут уже начинается все самое интересное. Тут уже начинается борьба в углу площадки. Валихан не успел сейчас на эту шайбу. Жангир Балтабаев. И снова входит он в чужую зону. Санжар Валихан развернулся. Шайбу попридержал. И можно выкатывать, да, сейчас в чужую зону. Диканский заброс. Ой-ой-ой-ой-ой. 3-1 выход. Шиль сам будет бросать. Ну вот, кстати, бросил и не прогадал. Рисковал Шиль, конечно, да, сейчас такие критические стрелы в свой адрес получить. Но нет, не получит он. Он получит похвалу. Но опять же, да, такой выход получился интересный. И у Илюхи-то были варианты. То есть бросить и самому, разыграть с партнерами. Но принимает решение именно такое, да, бросить самостоятельно и забрасывать. Но тем временем игра у нас возобновляется, и подбор шайбы остается за Астаной. Правда, тут передача, которую Шуклина прочитывает. И Василиса дальше-то уже тот ей пройти не дадут. Активная борьба пошла в углу, победителем из которой выходит Андрей Белоусов. Он же и стреляет по направлению ближнего угла ворот. Еще один момент. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну и еще одна красота. На сей раз она от Тихона Басенко. Но тут немножко замешкались, да, игроки Астаны у себя в зоне. И быстроногий Тихон. Просто вколачивает туда. Как гвоздя дает. И, собственно, чего уж тут становится автором еще одной заброшенной шайбы. Конечно, отрезок феноменальный. Конечно, отрезок получается шикарным для карагандинцев. Ну и пропущенная шайба как будто лишь только раззадорила. Хорошо, смотрим дальше. И вот тут Зейферт завелся уже тоже, да. Но опять же, я думаю, что, ну, вот так-то просто. Вряд ли Астана, да, будет тут белый флаг выбрасывать. Еще поборется команда. Тем паче, что с характером-то проблем у них не возникает по ходу этого сезона. Шуклин! Ничего себе! Остановите этих ребят! Что они творят? Боже мой! Ну, блин, что за пушку дал в ближний угол? Он что там, насквозь пробил Плотникова? Да как она вообще залетает в таких ситуациях? Ну, Габи гол, ну даешь, а? Вот это, конечно, голище. Просто в ближний угол как дал туда и чего? Ну, вроде бы Плотников, да, там в этом углу и находился. Как она могла залететь туда? Ну вот еще раз, да, повтор, который, ну вот прям очень интересный. Вот тут прям замах сильнейший. Ой-ой-ой, прям над плечом. Это ж надо так попасть-то было. Это фантастика, друзья. И каждый гол краше другого, да? То есть, ну прям смотришь и все красиво. А гол Санжара Валихан, да, какой был?
А как Басенко завершил? А что сейчас сотворил Шуклин? Это вообще, это просто, ну вот, вот тут, конечно, все, как говорится, ожидания, они оправданы. И наши ожидания, они не стали нашими проблемами, они стали еще и проблемами ребят, которые этими самыми нашими ожиданиями занялись. И говорят, что, дескать, хорошо, ждете открытый хоккей, ждете много шайб. Да, мы все понимаем, последний день сезона, почему бы и нет. Только вот у меня вопрос к болельщикам юности. А переходный турнир, он же все-таки будет? Или уже как бы тут две команды идут в сильнейшие? Я вот просто да, пока еще вот с этим моментом ознакомлен не был. К своему стыду. То есть первые две команды группы А будут играть переходный турнир с двумя командами группы сильнейшей. В всяком случае, в прошлом сезоне было так. Не знаю, что что-нибудь изменилось или нет. Или же уже напрямую юность Тураном шагнут в группу сильнейшей. Тем временем удален Александр Амозов, который сейчас так и есть. Две минутки непростые, да, своей команде. Подкидывает, подбрасывает. Посмотрим. Здесь за воротами прибывает Махашев. Аккуратную передачу адресует на партнера. Ну и там уже можно бежать. Там уже можно бежать и что-то делать. Это закатывает в чужую зону Нетесов. Отыгрывает еще одну передачу. Ой, ну так вот она все хорошо у них, и двигается она, и через передачи она ходит. Да, молодцы, конечно, тут прям вот, чего уж, вопросов к ним нет. Вопросов к ним нет, и именно по и созиданию. Так, еще один момент для Нетесова. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Но и здесь бросок в ближний угол. Ну, Лев скидывает шайбу в угол площадки. Ой, как вырулил Нетесов и бросил. Но здесь уже Айден Есенгали, который заменил Тимофея Плотникова после того, как Габриэль Шуклин четвертую шайбу карагандинцев забросил. Ну, Антону Сергеевичу надо было как-то реагировать, да, на все это. Как-то надо было свою команду встрепенуть, тайм-аут брать. Ну, вроде как и рановато, да, вдруг еще понадобится. Ну, вот решился на замену голкипера. Наставник горожан. Так, Логоцкий. И пошире надо играть карагандинцам. Тут они тут втроем на синей линии. Так, снова подбор. Шиль уходит в сторону, бросает в ближний угол ворот. Илья, да там Айдын и Есенгали. Вот так вот, вот так вот. И потихоньку, помаленьку. И потихоньку, помаленьку. Это большинство для юности себя исчерпало. И Амозов уже на льду. Шуклина. Василиса подбирает шайбу. Начинает она двигаться. И там же еще одна контратака. Это Ярослав Канатбек, который находит передачи в этом моменте, по-моему, все того же Амозова-то он и находил. Шуклина. Завозит шайбу в зону, останавливается, через середину перевод отдает, а там Диканский. Ну и он уже на дальнюю штангу. Машкин открывается, но бросок сейчас пошел не от него, от контролировавшего шайбу игрока юности. Это был сейчас в этом моменте, если я не ошибаюсь, Илья Ши. Диканский снова продолжает активно здесь наседать на оборону соперника, прямо-таки не отпуская, да, того ни разу. И длинная передача Ансар Берег сейчас первый. Но Логоцкий совершает перехват. Леонов вновь по закруглению. Диканский через Колопаева. Колопаев
Разворачивается Ратмир. Какой момент сейчас может возникнуть? Шалопаев. Ну, пока что без броска. Ну и ждем мы его фирменные проходы. А пока вот такая игра через пас. И, в общем-то, на подключение Эдуарда Зейферта. Тут без вопросов. Все правильно Ратмир и Эдуард делали. И снова Шалопаев. Сейчас уже будет набирать скорость. И пошли они втроем, вдвоем на троих игроков соперника. Вот только теперь подъезжает Ансар Берег. А ну и за шайбу там ребята активно цепляются за воротами. Лавайка. Лавайка. Хорошо. С разворота. Еще один пас отдает. Так, ну а вот тут. А вот тут. Прям в крюк вкладывает Басенко эту шайбу. Ой-ой-ой-ой-ой. Вот здесь момент. И под бросок Шуклину. Тот, конечно, что было сил, замахнулся, также бросил. Ну, а там прикатывает Плавай. Прикатить прикатил, но там же опять, да, с двух сторон достаточно плотно его опекают. Зейферт. И, ну, тут, да, тут, конечно, уже вот так. Снова передача и пошла активная борьба сейчас. В углу площадки, причем Шалопаев так вышел, вырулил оперативный простор, но без броска. Астана вперед, Усть-Каменогорск с вами, пишут в нашем чате. Опять же, я думаю, что Астана-то своего слова в этом матче еще уж точно не сказала. Да, забили, да, счет первыми открыли, но первый период все-таки он, конечно же, под диктовку ребят из Караганды прошел. И как-то нужно менять, именно я вот не знаю, что менять, да, ну, добавлять в какой-то такой спортивной агрессии перед чужими воротами необходимо горожанам. Мы знаем, что они это могут, они нас к этому приучили, нам уж тут чего. А заброс тоже еще один вперед из-за ворот. Попытается юность так сейчас собственную развить. Журавлев. И вот тут он катит, Амозов и разворачивается. Сейчас Александр, Андрей, приветствую, как у вас там дела? Смотрите, да? Все смотрите. Так, ну это цепляется же на Бектлева Кобылов, после чего Иван Журавлев, да, он набирает ход, и он уже в чужой зоне, и он еще одну скидку адресует, и ой-ой-ой-ой-ой, какой прицельный, хороший получается бросок сейчас в исполнении Ивана Журавлева. Ну, немножко не попадает в створ ворот. Для Вани этот турнир начинался, да, не самым лучшим образом. Опа, вот здесь удаление. Здесь уже поинтереснее для Астаны ситуация, да? Ну, так вот по разу удалились команды. Так вот, что касается Журавлева, ну, так начинал, конечно, он не самым лучшим образом. Я имею в виду там не какие-то игровые показатели, да, а травму, которую он получил в первом матче. Но потом постепенно, там, одну игру он, по-моему, пропускал. Да, следующий матч пропускал, но вот затем вернулся и исправно приносит пользу своей команде. Еще одна передача. Юность первая на шайбе. Еще один пас на Руднева, который заехал в чужую зону. И какая подкидка-то шикарная. В принципе, Ахмади Хамза мог и забрасывать. Но там уже укатила шайба за ворота. И снова еще один подбор. Махашев против Тимугина Сраубаева сейчас. И в конечном итоге карагандинцы-то шайбу для себя сейчас выцарапали. И вот такой вот длинный заброс выходит из ворот Айдын. И Сингали. Ну там, ой-ой-ой-ой-ой, ну вот сами себе, ребят. Тут, конечно, момент-то был такой, да, и в принципе Ларичев, да, молодчик, который не выключался из эпизода и прекрасно понимал, что, ну, если я пойду попрессингую, с меня-то не убудет, да, и никто мне тут слова плохого не скажет. А если я шайбу отвоюю, это уже совсем другое дело.
Пытка еще одна, да, закрыть зону. Махашев добрался до шайбы. Еще одна длинная передача. Жу Равлев на Ларичева и бросает поворотом. Арсений еще раз очень активен в этом меньшинстве. Седьмой номер карагандинского коллектива. И снова Ларичев. Куда ж ты тут без него? Ларичев, Ларичев, ну ты же умница, а? Это вот показывает, да, то настроение, которое есть у юности. Оно такое игривое, куражистое. И бегут они хорошо, и бросают они много. Но вот Астана явно, да, как будто такой вот... Ну, мне кажется, им нужен перерыв для того, чтобы немножечко так прийти в себя, да, что называется, диканский. Ой-ой-ой-ой-ой, бросок поворот, но в своего же опять, да, игрока попадает. И вот тут уже зацепился диканский, который заехал в чужую зону. Шайбу-то он проконтролировал, но и остается у нас 40 секунд до конца первого периода. В полном составе. В полном составе играет команда «Юность», «Бигбай» Мукушев. Уже появился на площадке Шуклина. Шуклина. Классный бросок поворотом. Но здесь Айдын Есенгали справляется с этим броском. В общем-то, без особых проблем он это сделал. Ну и у нас снова точка вбрасывания. Звено Андрея Белоусова появляется на площадке. Машкин, Шуклина, Диканский. Вот тут Шуклина. Ничего себе. Хороший такой, да, плотный получался бросок. Так, Сейд Фазыл, Атен, ну-ка, ну-ка, Лагоцкий, Лагоцкий дорабатывает. Ну, тот еще, конечно, фехтовальщик, и плюшкой-то работает очень-очень исправно. Диагональный пас, снова первый на шайбе сейчас Колен, и у нас... Звучит сирена, которая отправляет команды на первый перерыв при счете 4-1 в пользу юности.
что ж, возвращаемся мы с вами на лед Дворца спорта в городе Шымкент, где у нас начинается второй период матча между командами «Астана» и «Юность». 1-4 после первого периода. Впереди команда из Караганды. Ну и, в общем-то, все те ожидания, которые были связаны с этим матчем, они пока оправдываются по части заброшенных шайб. Другое дело, что мы ждем так и от Астаны сейчас борьбы и интриги. Они на это способны. Ну и посмотрим, как там «Юность». Потому что видно было, что ребята уже так прям кураж поймали. Свою игру нащупали и демонстрируют, ну, такой, да, очень-очень неплохой хоккей. Так, а вот здесь нарушение правил. Диасу Леонову достается там в углу площадки в борьбе с Марком Галтуренко. Ну и, соответственно, Марк сейчас отправится у нас на скамейку штрафников, а Астана получит право на реализацию большинства. Во второй раз в этой встрече такое событие произойдет. Ну и по истечении 27 секунд большинство подъезжает для парней Антона Петренко. Нужен гол, конечно, Астане, который бы их взбодрил. Ну и вот есть Ратмир Шалопаев, который на удобные вещи способен. Опаснейший момент. И Колесников. Нет, все, тут уже Колесников шайбу-то забирает. И все, игра на паузе. Игра на паузе. Вот он крупно на ваших экранах. Голкипер Орлов. От звонка до звонка, играющий на этом туре. Ну, собственно, других вариантов у «Юности» и нет. С одним вратарем команда приехала. На Никиту большая нагрузка выпала, но при всем при этом справился. И вопросов-то по части голкипера вообще никаких. Никаких. Он очень стабильный. Он привычно, да, высокий уровень игры демонстрирует. Колен сохранял шайбу сейчас. Ну, во всяком случае, пытался, да, изо всех сил это сделать. Но «Юность» тоже достаточно подвижно сейчас играет в обороне. С хорошим таким движением, с хорошим переходом. А там подбор, разворот назад. Зейферт пытается бросить в касание. Но шайба мимо цели идет. Он сам берет шайбу, еще раз поднимает. Шалопаев, классная диагональ через Леонова сейчас проходила. Ну, а дальше Арсений Ларичев. И он так аккурат по закруглению, но успевает. Успевает Шалопаев закрыть синюю линию сейчас. Ратмир. Так, вот такая передача. Жестковатая, но для приема пойдет. И вот тут хороший перевод. И тут Шалопаев бросает. А вот это уже интересно. Вот это уже опасно. Это уже сильно. Астана атакует. И там перевод. Вышла шайба из зоны, Зейферт подбор забирает. Ну и скидывает ее дальше, там Шалопаев включает ноги, катится по направлению чужих ворот Ратмир Шалопаев. Но тут Колесников, очень здорово все делал Шалопаев. И вот так вот, остановившись перед вратарем, пытался так поймать, да, на перемещении Колесникова. Но, опять же, Никита вратарь не маленький, да. И, соответственно, даже с учетом того, что и перемещался, но, тем не менее, щитком-то шайбу успел зацепить. Но момент хороший создает Ратмир Шалопаев. И большинство Астаны продолжается. Может быть, не самый типичный эпизод, да, для большинства с участием Шалопаева, но, тем не менее, Станета нужен гол. И там абсолютно неважно, каким образом и каким способом шайба окажется в воротах. Главное, чтобы она там побывала для астанчан, но пока что не удается им реализовать лишнего. Ну и до выхода на площадку оштрафованного Марка Галтуренко остается всего-то навсего 3 секунды. Жанатбек Клюкобылов. Ну а вбрасывание-то остается за «Юностью», которая шайбу выбрасывает сейчас. И вот он, Галтуренко. Тут как тут, в борьбу сразу же Марк пошел. Чего оставалось делать. И затем скидка за спину. Ну тут, да, активная борьба Белоусова наметилась, после чего уже подбор Хангельдыжекса Гильде осуществляет. Ну и Галтуренко, да, остановился, развернулся, голову поднимает, пока еще с шайбой не расстается. Вот теперь идет вперед, ну, Магзум Нурлан.
Ну и тоже впивается, да, что называется, в этот эпизод. И еще одно движение классное. Шиль останавливается, Шиль бросает поворотом. И Айдын не Сингали. Вот тут уже его заставляют вступать в игру. Ну, собственно, никто и не думал, что отоборонявшись 2 минуты юности, дальше будет сидеть в обороне. Понятное дело, что карагандинцы-то свои моменты будут продолжать находить. Но и смена составов-то намечается. И у нас будет сейчас еще одно вбрасывание. Ну и давайте смотреть дальше. Тем более, что у нас достаточно интересно начинается-то ведь этот период. И большинство уже было, и моменты уже были. Ну и, кстати говоря, совсем недавно команды друг с другом уже играли. Играли в Караганде, и тогда это был второй игровой день. И прямо там юность одержала очень уверенную победу со счетом 9-3. Но тогда юность вообще, в принципе, да, смотрелась невероятно здорово на домашнем туре, и никому не удалось обыграть карагандинцев. Вот момент. Ох, это уже хорошо. С броском в дальний от голкипера угол. Закатывал Пащенко, но чуть-чуть не хватило ему. Немножко не попал в створ ворот. Ну а вот во втором туре тоже, да, удалось мне матч комментировать того тура. Юности Астана, там тоже победа была за карагандинским коллективом. Там они одержали победу со счетом 4-1. И эта встреча, она состоялась 28 ноября. Так что можно говорить о том, что в некоторой степени такой соперник для Астаны неудобный в лице юности. Мусаинов прокидывал шайбу дальше Мансур. Но тут линия закрывается, и Пащенко продолжает активничать. Еще один заброс. Ляпчев не сумел пройти мимо Габриэля Куклина. Куклин с шайбой остается. Скидывает шайбу в центр. И Валихан. Ну-ка попробует Санжар сотворить то, что он совершил, да, в первом периоде сегодняшней игры. Шикарную шайбу забросив. Так, еще одна передача. Ну и Мукушев идет высоко прессинговать своего соперника. Ляпчев. Ох, момент еще один. И скидка. Где шайба? На вершине. Гол. Туренко заряжает, но не попадает в дальний угол ворот. Махашев вновь на подбор шайбы устремился. Выходит она из зоны. И вот тут уже ответ. И вот тут уже ответ, который смело можно считать опасным. Ситва Золотен. Туда на Ярослав. Канатбек, но успели карагандинцы отработать. Вопросов к ним нет никаких. И снова разворачивается Шуклин, играя через центр. Дальше снова Шуклин. И нацеливается он на ворота, готовит бросок, бросает поворотом, но в створку шайба не попадает. И снова контратака. Здесь же Махашев через Нитесова. И что, Руслан? И Руслан будет бросать сейчас поворотом. Ну и там отскок шайбы от борта колен. Снова по закруглению. И Зейферт идет к шайбе первым. Отдает диагональную передачу прямо на крюклюшке колен. Шайба попадает. Нурдаулет дальше через Леонова. Ну и на этом как бы и все уже. Поэтому Нитесов подбирает шайбу и уже сам начинает движение своей команды туда, в зону атаки, поближе к чужим ворот. Скидка на Журавлева проходит, но там колен дорабатывает свой эпизод. Еще один длинный пас. Шалопаев против Махашева. И Шалопаев сейчас... Ну, надо его встречать, не нужно ему давать свободу действия, не нужно ему давать свободу броска, потому что мы знаем Ратмира как признанного снайпера, и если там лед у парня свободен, то проблем не оберешься потом. И еще одна передача, и вот тут Нитесов уже читает этот перевод.
Ну и какое решение дальше? Дальше решение пойти Шалопаева вперед. И там Зефирт мощно бросает. Ох, и вот он гол. Очень нужный гол для Астаны. Ансар Берег его забрасывает после того, как Шалопаев мощно зарядил. Там Колесников шайбу отразил. Ну и так. Секундная расслабленность обороны. И вот тут, пожалуйста. Она чем-то похожа, да, эта шайба на ту, что Белоусов забрасывал. Когда на пятаке забыли совсем про игрока. И, собственно, тот о себе напомнил. Но вот сейчас подобная ситуация. Дальний бросок Шалопаева. Колесников справился, но там последовало тут же добивание от Ансара Берег. Ну что, 4-2. Это уже интересно. Тут уже и ноги забежали, да, у Астаны по-другому сразу же. Намозов. На Женатбек от Леукобылова. Но вот тут уже Белоусов добирается до шайбы. Еще один момент может возникнуть сейчас, да, с переводом в середину. Ирасул Ибрагимов. Тут потеря. И очень быстро Шуклина сейчас в атаку устремляется. И Василиса вот туда. На Илью Шиль последовал перевод сейчас. Хороший причем перевод. Но и дальше уже передача на вершину. Лагоцкий. В глубину площадки сейчас сыграл Белоусов. Дальше Макзум Нурлан поднимает голову. И длинная-длинная передача. Ну, естественно, здесь должен Диканский успевать и быть первым. Но Хангильды Жексагильды не из робкого десятка продолжает. Он там цепляться всеми силами за эту шайбу. А это уже Василиса уверенно идет вперед. Пытается пойти в обыгрыш. И вот такой вот заброс осуществляет за ворот соперника. И... Да ладно! Да ладно! Вот голы сегодня у юности, я вам скажу, конечно. Это просто что-то очевидное и невероятное. Вроде бы это и гол, да. С другой стороны, ты думаешь, да вообще как такое может быть? То гол Шуклина, что вот сейчас Белоусов, да? Как он умудрился-то вообще? Здесь вроде бы и Сингалитом перекрыл ближний угол. И все в ближний залетает. Ну вот, что у Шуклина, да, там в ближний залетело, что сейчас в ближний угол залетело. Прикольно, конечно. И для юности тоже, да, момент важный. С учетом того, что пропустили и тут же забили. Шуклин, ну красавец. А тут еще добавлять будет Галтуренко, ну молочек и Сингали. Возвращался в ворота, да, и пришлось ему на щитках перемещаться, но успел на бросок среагировать и выручил. Но при этом атака юности никуда не девается, и Басенко забрасывает еще одну. Да, ну красавцы, такое ощущение, что... Просто-напросто взяли и добавили карагандинцы. Необходимо было это сделать. Ну, вот они это и сделали. Ну, а вот здесь Басенко в противоход верхом. И снова без шансов для Айдына и Сингали. Если предыдущий гол, конечно, так можно Айдыну вопросы задавать, то вот тут уже никаких. Тут уже вообще никаких. Тихон Басенко забрасывает еще одну шайбу. И счет у нас уже 6-2. Ничего себе. Только-только, да, Астана забросила, и, казалось бы, вот сейчас будет Астана идти дальше вперед. Но вот две пропущенные атаки, и задача не то чтобы возвращается, да, она становится еще сложнее. Ну-ка, Ерик, ну-ка, Тамер, ну-ка, попробуй. Ну, пока вот... А, вот тут уже классная передача, на самом-то деле. Мне кажется, что ее как будто бы никто и не ожидал. А она пошла, но юность справляется. Нетесов от собственных ворот классное движение начинает. Быстро достаточно бежит, включает ножки. И там до синей линии ровным счетом докатывает. А дальше уже и соперник тут как тут. Успевают доработать. Снова скидка. Мусаинов заходит в чужую зону. Мансур бросает по воротам. Легко. Для Никиты Колесникова. Выглядело это как разминка. Хотя Мусаинов под шайбу неплохо подстраивался. И в целом получился довольно неплохой бросок. Но, опять же, Колесников. И снова вбрасывание. Тут Ансар Берег и Иван Журавлев. Вбрасывание за Ванькой остается. И Ларичев в углу площадки. Ну, я думаю, что всецело так Ларичев-то он тоже
сегодня на свою шайбу наиграл. А вот это Леонов, а вот это Диас. И так вот над голкипером шайба пролетает сейчас. Хороший прицельный бросок получился. Пониже и вообще интересно было бы. А это Шалопаев. И пошел Ратмир, ну, Махашев. Махашев, да, четко понимает, что с одним из лидеров атак соперника нужно играть плотнее. А потом уже пошли они там в углу площадки бороться. Вот такой борьбы немного на самом-то деле сегодня. Зейферт, ну хорошо, хорошо. И Зейферт хорошо, ну Колесников-то ведь еще лучше. Шалопаев, ой-ой-ой, нашел передачи Леонова. Диаско бросил, но там опять же, да, Леонов открылся хорошо. Леонов открылся хорошо между Саубаевым и Басенко. Бросил, но клюшка была подставлена. Но опять же, да, атака вырисовывалась вполне себе неплохо. Вполне себе неплохо. Ансар Берег на точку против Василисы Куклиной. А это подбор Леонова. И еще один пас Диканский. Что Владислав? Но Владислав с неудобной руки туда. На синюю линию Шуклина. Дальше Зейферт. Дальше Зейферт. Аккуратный заброс за ворота соперника. Демид Логоцкий. Успевает передачу отдать. Ну и Шалопаев, да, здесь аккуратно из зоны выкатывает и продолжает шайбу держать под своим контролем. Тут же Машкин против Леонова. Вот такая вот борьба тут намечается. И Шалопаев, что, будет через середину? Да, на Зейферта сыграл. И Эдуард вот таким вот мощным забросом пытается найти сейчас партнера. Ну и в контратаку. Контратаку, конечно, конечно. Чего еще делать? Это Шуклина была. Это Шуклина была, а это уже Шалопаев. А это уже Шалопаев, который бросает. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну, как мыло в ванной, да, стало. Там эта шайба выскальзывать из-под Колесникова. Пытался он ее накрыть, но все-таки накрыл. Вот он крупно на ваших экранах. Один из творцов успеха юности. Я думаю, что второе место — это успех для карагандинцев. Понятно, что они еще в переходном турнире, да, будут бороться за место в группе сильнейшие. И наверняка ставят они себе такую задачу — попасть туда, в элиту, как говорится. Он здесь Логоцкий. Нет, Шиль, конечно, Шиль. И Есенгалист забирает шайбу. И Сингалис забирает шайбу. И сейчас очередное вбрасывание у нас состоится. Ну и астанчане, да, так чуть-чуть не дотянули до тройки призеров. Хотя были непростым соперником отнюдь для любой команды в этом сезоне. Еще один заброс там вперед, и Плавайка зацепился за шайбу. Еще один подбор, классный разворот, и тут же передача назад. Есть открывание, вот Басенко выруливает в этом эпизоде и бросает в перекладину. О, не пойму, Кушев был? Да, это был именно он. И шайбу он тут продолжает контролировать. И в контратаку можно убежать сейчас, да, неплохой момент. И что будет? Хлесткий бросок здесь будет. Хлесткий бросок, который не достигает цели. А там и Макзум Нурлан уже закатывает в чужую зону. И да, выжидал паузу. Длинный пас вперед. Басенко. Но дорабатывает Ярасыл Ибрагим в этом эпизоде против него. Мукушев снова шайбу под контроль. И Басенко вот так вот. Сильно, мощно, но не точно. Бросок получился, конечно... Василий просто могучий. Просто. А это уже закатывает Хамбильды Жаксагинды в чужую зону. Продолжает шайбу держать. Бросок поворотом. Где шайба? Она у Колесникова. Вот так.
Ну и Никита с такой внешней легкостью, да, справляется со всеми теми бросками, которые поступают на его владение. Иван Журавлев против Ахмади Хамза. Сандар Валихан. Передача. Набида Нияр. Еще один пас отдавал. Ну и тут уже контратака Нитесов. Никто ему не мешает. Ну а если так, то это будет гол. А седьмой гол для юности. Нитесов убежал. Убежал. Сегодня прям юность, ближние углы ворот соперника прям вот... Ну, облюбовали они это место. И посмотрите уже, какая шайба, да, по счету, которая залетает в ближний угол ворот. Ну и обратная замена вратаря следует. Вместо Айдына Есенгали в игру вступает Тимофей Плотников. И мы продолжаем. На отметке 5.28 до конца второго периода застывает у нас встреча. И прекрасный бросок Руслана Нитесова. И вот так вот. Такой челлендж юности по броскам в ближний угол продолжается. Еще одна подкидка. Журавлев на Тимудина Сраубаева. На ребро шайба там перекинулась. Соответственно, Сраубаев-то даже не столько в плане атаки играл, сколько с возможностью не обрезаться, да, и какую-то контратаку на свои ворота не получить. А это уже катит вперед Ларичев. Ларичев, который, несмотря на то, что пока не отличился, но очень здоровский матч проводит Ларичев. И вот еще один момент для Арсения. Выкатывал он на пятак, но Тимофей Плотников там. Причем Тимофей-то играет максимально надежно. Вот он на ваших экранах. Красивый шлем у него. Изрисованный весь. Ну и тут партнеры подбатривают своего голкипера. Я думаю, что голкипер-то вот он как раз в свою очередь должен напротив бодрить своих полевых игроков. Бросок поворотом сейчас был. Ну, достаточно долго юность, да, держит шайбу сейчас в зоне соперника. Вот уже вторая смена к ряду, когда орлы продолжают здесь уверенно шайбу по зоне соперника контролировать. Белоусов с разворота между двух игроков, но все-таки довел дело. И вот здесь Диканский. Вот здесь Диканский, дальше Ансар Берег. Классная скидка могла сейчас получиться. Леонов здорово на перехвате. И также здорово Логоцкий у себя в обороне. Вообще идеально. И еще и через пас. Вообще Демид красавчик. И туда на Белоусова, да? Туда на Белоусова. Здесь еще одна скидка. И снова подбор. Диагональ. И еще один вход в зону. И это Леонов отбирает шайбу. Будет ли бросок? Ну, пока нет. Броска здесь нет. Логоцкий. Шалопаев. Ага. Ага. Здесь уже все прочитано, просчитано. Зейфер сохраняет шайбу под своим контролем. Аккуратно ее отпасовывает дальше. Ну и Шуклина. Шуклина тут тоже вперед. Шалопаев держит шайбу под своим контролем. И Ратмир начинает. Начинает свой путь. Начинает свой поход. Неплохо у него все тут наметилось. Но похоже, что вне игры там все-таки был. Ну и в целом, да, так надо сказать, что немного остановок и пауз. Все так в одном ритме, все в одном движении у нас происходит. Ну да, там паузы, которые связаны с тем, что голкиперы шайбы ловили, это одно дело, да. Но другое дело, что нет пауз относительно там вне игры, их немного. Пробросов у нас вообще были ли они, задаюсь я этим вопросом. Это все говорит о том, что ребята сегодня играют больше в контроль шайбы. Очень много передач, очень много мелкого паса. Босенко, а вот тут уже потеря шайбы и классный гол от Джанатбек от Леукобылова. Просто классный гол от Джанатбек. Вот она, десятая шайба в этом матче. Десятая на двоих. И бросок с неудобной руки. Колесникову тут было
Неудобно выручает свою команду. Ну и приходится вынимать шайбу из сетки собственных ворот. 7-3. И продолжаем разговор. Журавлев идет вперед. Сейчас бросает Иван. Там еще одна передача. И Нетесов. Куда? На бросок Нетесов. 8-3. Да, ну вот прям я не знаю, как они это делают. Но такое ощущение, так это по бразильской системе игра как будто бы у нас идет. Вы забьете сколько можете, а мы сколько захотим. Вот какая-то вот реакция у юности, да, следует мгновенная. Вот они пропустили и сразу же забили. А были ситуации, когда забрасывали вообще две шайбы сходу, да. Блин, ну прям вот красавцы. Ну вот прям красавцы. Тут прям хорошая игра в их исполнении. Ага, ждал я проброс, да? Ждал я проброс. Ну вот, пожалуйста. Две минуты и три секунды. Вот столько играет еще в этом периоде. Ну что, пацаны идут на рекорд результативности в этом турнире. Посмотрим. Здесь перехват. И один на один. Выход. И это... Тимофей Плотников, который вручает сейчас свою команду. Ну и так раздосадован там игрок юности. Ларичев же это убегал. Похоже, что Арсений был. Да, Ларичев. Ну вот как-то, несмотря на то, что игра у него сегодня отличная, но чего-то вот не хватает ему в плане того, чтобы реализовать свой момент. Найти свою шайбу заброшенную. Ну-ка, вот сейчас Арсений Ларичев. Ну, бросает, не попадает. Но в завершающей стадии чего-чего, парни сегодня немножечко пока фортуна не улыбается. Но делает все для того, чтобы развернуть ее себе лицом и увидеть ее улыбку. Ну, а это Журавлев. Передача на вершину и оттуда Махашев. Да, ну, скорее это была передача, нежели... Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Лакросс от Ларичева. Вот ему чего... Это фантастика просто. Это что вообще? Ну, вот, мне кажется, не зря-то ему не фартило сегодня. Чтобы потом взять и вот такое вот организовать. Люди добрые, нет у меня слов, нет у меня эмоций. Закончились они в этой игре уже. И шайба Арсения Ларичева, я, наверное, должен закричать там, да, но это настолько вот, это настолько красотища, то я тут, пожалуй, ну просто слова закончились, как говорится. Тут творит Ларичев, все, это вообще, это фантастика, просто великолепно. Что за умница-то такая, а? Вот так вот, а я говорил, шел, заслужил, ну вот не везет ему, потом на тебе, лакросс. Так, Белоусов, бросок поворотом, и там Тимофей Плотников, еще одна контратака со стороны Астаны пошла, но на синей линии встречают здесь своего оппонента Орлышиль. Да, казалось бы, уже последние секунды периода, но кто тут собирается выключаться? Выключаться ровным счетом не собирается ни одна из команд, и мы с вами отправляемся на второй перерыв в этой игре. Немножко отдохнем, затем вернемся.
Помахали. Думайте, как это.
Я, по-моему, сделал, он это по нажатию мышки переключается, потом ну, просто на тот экран. Да? Да, по-моему, он переключится. Нет. Попробуй. А он сейчас в титрах стоит, да? Нет, он, нет, 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 он картинку показываешь? Нет, да, нет, нет, это вкладка. А, чтобы в титрах, да. Красный, просто. Первый. Ну что ж, возвращаемся в Шымкент на третий период матча между Астаной и Юностью. Вот такой солидный, комфортный перевес в счете обеспечили себе карагандинцы перед стартом третьего периода. Но Ратмир Шалопаев сейчас мчит исправлять ситуацию, бросает в дальний угол. Но Никита Колесников, он все видит и шайбу забирает. Шалопаев в свойственной ему манере. На высокой скорости. Все, голова вверху, все видит, все четко, бросает. Но опять же, тут Колесников молодцом по данному эпизоду выступает. И давайте смотреть, там, чего дальше-то у нас будет. Дальше у нас подбор за. Дальше у нас подбор за парнями из Караганды. Это Габриэль Шуклин. В середину. Да как она прошла-то здесь? Ну и Пащенко. Пащенко заканчивает атаку броском. А там Тимофей Плотников. Уверенно, уверенно сыграл. Ну и вновь у нас вбрасывание сейчас готовится. На точку вбрасывания отправляется Руслан Нетесов.
против него Мансур Мусаин. Нетесов единоборство выигрывает. Дальше через Хангильды, Жаксагильды идет атака. Тот включает ноги, заходит в чужую зону, осматривается. И там передача, рикошетит шайба и укатывает она снова за ворота. А теперь Нетесов. И дальше новое движение Ларичева. Ларичев в середину. Журавлев стреляет. И там же на подборе Нетесов. Снова передача. Передача, которая была прочитана, просчитана. И тут же выход 3 в 2 может получиться. Жанатбек Тлеукобылов отдает на Хангильды Жаксагильды. Тот разворачивается. Еще одна передача и завершение. Классное. Но выручает сейчас свою команду Никита Колесников. Умница и просто красавец. Ну и там Махашев отдает пас. Дальше Нетесов. Ну, это уже Амозов. Это уже Амозов. Подбирает он шайбу. Остается с ней. Катит дальше. Тут же рикошет. И на подборе Макзум Нурлан. Может быть, у него чего и получится. Идет он вперед. Ставит корпус. Макзум Нурлан. Еще одна передача. Это же Жанатбек Тлеукобыл. Дает передачу в середину. Успешно, успешно. Сейчас играет Махашев, который, ну, прочитал передачу и позиционно грамотно действовал. Ну, и в результате чего уже атака Астаны себя исчерпала. И началась она со стороны Орлов. Идет Журавлев. И, ну, не получился бросок у Вани. Хотя уже так, ну, все приготовил, да, ну, все приготовил. А вот здесь Диканский... Диканский нет. Санжар Валихан на перехвате. Быстро убегает в контратаку. Прокидывает шайбу. Закрывает Ларичев здесь ближний борт. И побежал дальше. Ну, ровным счетом опять же до синей линии. И все. Ответ сейчас от горожан следует незамедлительный. Вот так вот они без средней зоны туда-сюда бегут. Отвечают друг другу атакой на атаку. Такой залихватский хоккей. Хоккей уже пошел. Хоккей куражистый. Ну, вряд ли, я думаю, что Астана испытывает какие-то супер эмоции сейчас. Но при этом команда продолжает в хоккей-то играть. И это делает им честь. Ну, а по юности тут вообще вопросов никаких нет и быть не может. Они создали себе комфортный задел. У них многое получается в атаке. И в целом неплохо в обороне смотрятся. Так что они-то ведь вышли на третий период вообще с шикарным настроением. Шиль, нет, не успел зацепить он тут шайбу. Валихан. Ну и сегодня, конечно же, награждение победителя и призеров группы А. Я думаю, что мы с вами награждение посмотрим. И подключайтесь к нам на матч между командами Туран и Молния. Он должен начаться в 13:30. Ну и, соответственно, где-то, ну так, где-то в 15:30 включайтесь в эту игру. Я думаю, что не буду отключать трансляцию. Оставлю церемонию награждения. Вместе с этим всем мы с вами за награждением посмотрим. Момент у Шуклиной сейчас хороший. Василиса убегает и бросает самостоятельно. Но Тимофей Плотников. Пусть не без труда. Пусть не без труда. Но все же шайбу забил. А юность уезжает. А тогда как будет? Они сейчас, да, свои медали сразу после матча, судя по всему, получат и отправятся домой. Так, ну и снова вбрасывание. Бросок поворота. Характерный такой звон стекла мы с вами услышали. Не опоздают хоть в дорогу? В дорогу не опоздают. У них что там, поезд? Во сколько? Главное, чтоб успели. Шуклин на лакросс пошел. Ну, вытворяют, пацаны. Так, снова передача. И там плавайка открывается. Но бросок есть от Бигбая Мукушу. Тимофей Плотников снова на месте. Снова в порядке. Так. Пошла там активная борьба сейчас в углу площадки. Расул Канатбек борется. Шуклин. Еще один заброс. Габриэль подбирает шайбу.
разворачивается. И пока, не торопясь, да, вот здесь находит диагональный пас. Пащенко. Добивание еще одно. Но тут аплодисменты в адрес Тимофея Плотникова. Хороший получился момент с завершением, но... Но там Тимофей Плотник. Ну и останавливается у нас игра на отметке 14 минут и 1 секунда до конца сегодняшней встречи. Бросок поворотом от Шуклина. И он любит подобные штучки, когда после вбрасывания, да, следует сразу же... бросок поворотом. Это Шуклин через Бигбая Мукушева. И затем Леонов. Длинный пас вперед. Колопаев. И еще один момент сейчас был. Там же наброс на чужие ворота. Атакуют астанчане. Не собираются они тут так просто, да, уходить с площадки. Хотят еще порадовать своих болельщиков заброшенными шайбами. В частности, Ратмир Шалопаев, который сейчас в ближний верхний угол бросает. Но там Никита Колесников. То, что удается сегодня по части голов в ближний угол игрокам юности, не совсем удается Астане. Ну, а тем временем очередное вбрасывание. Ансар Берег против Руслана Нетесова. Вбрасывание выиграно игроками Астаны. Леонов. Диас разворачивается. Ну и что придумает? Ну, придумал вот такой вот момент. А там клюшка, опять же, подставлена. Очень здорово. Юность в обороне-то смотрится. Там и Нетесов, да, вот посмотрите, отрабатывает здорово. Сраубаев прессингует. Махашев на собственном пятаке там фейс контролит, поэтому без всяких проблем, да, тут для юности. Но с другой стороны, команда Антона Петренко продолжает искать свои шансы в атаке. И вот момент, еще один. Так, блокирует Нетесов. Тут для Журавлева такая себе, конечно, передачка. И это все на проброс. И это все на проброс у нас уходит, улетает. И сейчас мы переезжаем вот сюда, к Никите Колесникову. Но видно, да, что у юности хорошее настроение. Видно, что команда пребывает, да, в таком хорошем тонусе. И Нетесов работает ногами, закатывает в чужую зону. И что будет делать? И Нетесов будет бросать. Но там щиток подставлен. Шайба в углу. И все. Один лакросс. Чего они уже три лакросса сегодня придумали? Один залетел, два нет. Но это все в одной игре. Да, все в одной игре. Да. Кураж штука такая. Вот если юность покатит, то обыграть ее становится делом практически невозможным. Это мы уже видели, и в Караганде, это мы видели и на этом туре. Ну и, в общем, юность приучила нас к такому хорошему хоккею. Соответственно, планка поднята достаточно высоко. И теперь от карагандинцев ждать только такого нам и приходится. Чуть планку опустят, сразу будем говорить, что юность что-то как-то вот не та. Что-то тут как будто бы у них не получается. Нетесов летит вперед. Дальше Журавлев. А здесь уже вне игры. Так что будем дальше наблюдать. Вообще, я так себя на мысли ловлю, что очень часто юность заканчивает матчи с 9 заброшенными шайбами. Сейчас я уточню этот момент, но вот просто даже так для себя интересно. На прошлом туре юность, вот, например, Кулагер, да, обыграла 9-0. Так, вот здесь еще один проход с той же Астаной. 9-3 команда сыграла. Так, вот здесь опасно, на дальнюю гол. Вот молодчики, нарисовали. Ахмади Хамза, автор заброшенной шайбы. Ну вот шли и пришли к своей шайбе астанчане.
Молодцы, молодцы. Еще раз смотрим, там передача на дальний угол, ну и хорошее при этом завершение у этой атаки последовало. Ну и таким образом цифры на табло у нас меняются. И юность, ого, в перекладину попадает сейчас. Вот это момент. И вот здесь Рудне в бросок поворота. Колесников выручает свою команду. Что тут? Разворот, перехват, улучшение позиции для Тихона Басенко. Поднята вверх рука арбитра. Удаление последует в нашем матче. Удаление будет в нашем матче. И в большинстве сейчас поиграет команда Станислава Бачурина. И у нас игра возобновляется. Шуклин пошел вперед сейчас. Пытался так вырулить в этом эпизоде. Дальше Шуклин скидывает шайбу назад на Галтуренко. Галтуренко через Плавайко. Плавайко на синюю линию. Ох, развернулся так как красиво Тихон Басенко-то сейчас. Ну а дальше Тамерлан Ерик. И снова закрывается синяя линия. И надо возвращаться назад. Марк Галтуренко. Остается он с шайбой. Держит ее под контролем. Ну и быстрый заход в чужую зону от Шуклина. И тот! Какое попадание! Габи. Великолепный гол. Великолепный гол Шуклина. Мы с вами увидели. Потрясающее исполнение. Точно в девятину, как говорится. Но Тимофей Плотников поехал меняться. Похоже, что даже и сам он это сделал по собственному, как говорится, желанию. Ну а Шуклин очередное шикарное исполнение своего броска и своего момента. Браво! Что еще можно сказать по данному поводу? Просто браво. Нетесов. Ага. На перехвате Ярослав Канатбек. И забивает. Нет, это не Канатбек. Это Нурдаулет Кален. Попадает сейчас. И он в объятия партнеров попадает. Но вот видите, даже несмотря на такую разницу в счете, все равно астанчане друг друга подбадривают. И достаточно эмоционально воспринимают свои заброшенные шайбы. Ну вот еще раз смотрим. Да, вот здесь от щитка шайба попала в ворота. Ну и возобновляется у нас эта встреча. Ратмир Шалопаев идет в обыгрыш. Опаснейший момент. И еще один шанс был сейчас для астанчан. Молодчики. Шиль. Дальше Шуклина. Цепляется за шайбу. И она достается вот сейчас хоккеистам Астаны. Эдуард Зейферт по диагонали. Классная передача. Лагоцкий. Закатывает за ворота. Поднимает голову через середину на Шуклину. Ну и после этого уже Илья Шиль. Леонов дальше идет. Не проходит. Зейферт мощно вот туда, в зону соперника. Запрыгала шайба. Ну и досталась она Ансару Берег. Эдуард Зейферт вновь под борта оставляет за собой. Нурдаулет Кален. Кстати, не особо-то и торопится. Да, здесь Шуклина, конечно, прессингует. Здесь Шуклина идет. Идет высоко. Но тут надо сказать, что, в принципе, да, ребята в третьем периоде, так, нельзя сказать, что прям совершенно забыли про оборону, но большими силами идут в атаку. Очень большими силами. Это здорово. Главное, чтобы ребята получали удовольствие от хоккея. И уже в последний день, когда
настроение чемоданное. Очень тяжело от ребят ждать какой-то вот такой, знаете, тактической грамотности, что ли. Ну, тяжело, тяжело, чтобы команда играла по тренерской руке, да, в день, когда тебе уже домой надо ехать. Так, еще одна точка вбрасывания. Проброс там был зафиксирован. 7:37 еще командам играть в этом матче. Бигбай, Мукушев и Ансар Берег на точке вбрасывания. Плавайка. Опа, Шалопаев. Сейчас будет опасно. Сейчас будет тачдаун. Это 6. Это 6. 10 уже. Вот так вот. Вот так вот. Танцы-то продолжаются. Самый результативный матч этого турнира мы с вами сейчас наблюдаем. Да, вот такой вот шикарный бросок между щитков. Удается. И 6-10. Счет у нас становится. Очередное вбрасывание, на которое подъезжает Жанатбек от Леу Кобылов. Скидывает шайбу дальше. Макзум Нурлан контролирует ее, разворачивается с ней. Так, быстрый переход вперед. Мукушев, Пащенко. Уходит он здесь в угол площадки. Пащенко, потеря шайбы. Макзум Нурлан. Так, еще и на удаление очень даже похоже. Не знаю, будет ли оно или нет. Тут, да, будет оно. И вот здесь Амозов. Ха-ха-ха. Шайбу отпустил. Чуть-чуть далековато. Да, в этом моменте удаление. Удаление. И формат игры у нас теперь будет... Пять на четыре для Астаны. Слушайте, я вот тут думаю, а если они сейчас забросят, реализуют большинство, там же вообще у нас таким образом и 10-10 может быть. Третий период хороший у Астаны. Ну и на точке вбрасывания Жанатбек Леу Кобылов сейчас. Это Шуклин против него. Ну и побежал Габриэль сам же в атаку. Пытается соперника здесь обыграть. Снова забирает шайбу под собственный контроль. Ох, изящно. Но тут и в меньшинстве забить могли. Ну почему могли, если они забросили 11-6. Да, прям на нехоке баскетбол какой-то у нас сегодня в плане заброшенных шайб. Ну вот и сейчас Шуклин поражает уже пустые ворота соперника. Ну, по сути дела, пустые. Да, там пытались вернуться астанчане. Да, пытались доиграть свой момент до конца. Но Шуклин все-таки... Так, еще одна замена. Они там чего? Теперь вместо Исингали снова Плотников пошел играть. Там люди на протоколе уже, наверное, сбились со счету, какая подряд замена. Им постоянно это же нужно отмечать. Руднев. Махашев. Еще одна скидка. Передача на вершину. Но большинство-то никуда не денется. Оно же продолжается для горожан. Руднев доборолся в этом моменте. Ахмади Хамза. Ох, Махашев молодец. Махашев молодец. И начал атаку. Ничего лишнего. Все так под контролем. А это не Тесов. Заезжает за ворота. И будет ли бросок? А-а, не следует. Но и затем Набида Нияр играет через Руднева. Руднев закатывает чужую зону, отдает передачу. Опасный момент сейчас случился. Но опять-таки, да. Шайба летит не точно. Махашев дорабатывает в этом эпизоде. И вперед на Нетесова. Руслан бросил. Руслан бросил. Плотников шайбу поймал. Да, 5 минут и 20 секунд. И еще 31 секунда на реализацию большинства у подопечных Антон Петренко. А здесь Махашев. Тамерлан Ерик.
Берет шайбу под контроль Тамер. И туда вперед. Контратака. Мчит Сид Фазыл. Ну-ка, получится ли у него? Да получилось. Молодцом. 12 номер Астаны. Тут же Мусаинов рядом. Оказывается, еще одна диагональная передача. И заход в чужую зону. Это Канатбек через середину. Сраубаев доработал. Но доработал, я так полагаю, что с нарушением правил, да? Так и есть. И Тимуджин едет на скамейку для плохих парней. Еще одно большинство для Астаны. 17 заброшенных шайб сегодня. 17 в этой встрече. Просто пир какой-то. Голевой. Возобновляется встреча. На синей линии шайба. Колен через Шалопаева. Бросает Ратмир. Ну, собственно, оно так часто бывает в играх, которые уже завершают весь сезон. Команды играют очень ярко, очень открыто. Шалопаев там борется в углу площадки. Вот Ратмир неутомим, так же, как неутомим Леонов, так же, как и неутомим Ансар Берег. Тут они, конечно, своей тройкой неплохо себя проявили. И вообще, надо сказать, что сезон в этой группе получился на редкость интересным. Со своим таким почерком и сюжетом. Первый тур и я, кстати говоря, комментировал. Но вот уже потом второй, третий и четвертый удалось. Ну вот начиная с того самого турнира в Павлодаре. Это когда был второй тур. Уже тогда было понятно, что в этой группе вообще будет много всего интересного. И я скажу, что эта группа мне очень понравилась. Очень понравилась по сезону. И я должен сказать, конечно, всем спасибо за него, за прошедший сезон. Командам «Астана» и «Юность». Всему родительскому комитету за доверие сказать спасибо. Три тура к ряду. Было интересно, было живо, было весело. И вот так мы с вами одной единой хоккейной семьей наблюдали за ходом этого сезона. Поздравляем еще раз карагандинцев с серебряными медалями и желаем успехов в переходном турнире. Если уйдете в сильнейшие, ребят, я буду по вам скучать, признаюсь честно. Но не пожелать удачи и не поболеть за юность вот в этих переходных играх я тоже с своей стороны не могу. Это было бы неправильно. Так что юности удачи. Так же, как и удачи Астане. Мы встретимся в новом сезоне, я уверен. Буду ждать. Вот только сколько, да, придется ждать. Когда там он теперь, следующий тур. Это все, конечно, дела, как говорится, будущих дней. Всем удачного завершения. В первую очередь учебного сезона, да, чтобы учебный год закрыли успешно все ребята, все мальчишки, и уже со спокойной душой отдохнули. А потом, соответственно, принялись за тренировочный процесс. А мы, как говорится, за всем этим делом обязательно понаблюдаем, обязательно посмотрим. Ну и уже так все стали своими, да, как говорится. Все стали своими за это время. Астану вообще уже, да, сколько лет мы уже с Астаной знакомы. В общем, всем огромное спасибо. Меня зовут Павел Самойлов. Для вас я все эти игры комментировал. И не было такого, чтобы делал это без удовольствия или какого-то желания. Все время интересно, все время круто. Качественно интересно. А вот это вот бросок поворотом от Ивана Плавайко. Ну, в дальний угол Тимофей Плотников на шайбу реагирует. Ну, я думаю, что там поменьше времени осталось, нежели 2.59. Ну, я думаю, что мы еще посмотрим за награждением. Надеюсь, там оно состоится. Все-таки серебряные призеры, как ни крути, перед нами выступают. Заброс по закруглению. Да, останавливается шайба сейчас. И затем вот такой вот перевод Руднев. Длинную передачу организует и возвращается назад Рустам Махашев.
забирает шайбу под контроль собственный и залетает в зону соперника, готовит бросок, стреляет по воротам, ну а там уже и рикошет. Через середину передачи, но немножко жестковато обрабатывает ее Иван Журавлев. Так, момент, Руднев, Руднев. О, еще одно касание, Матвей. Ох, ну вот такой вот эмоциональный момент мы с вами наблюдаем, да, в этой концовке. Прям сверхэмоциональный. Руднев там убегал. Прям так, да. Красавцы. И Рассел Канатбек идет на точку. Он будет с Андреем Белоусовым сейчас за эту шайбу спорить. 58 секунд еще играть командам в этом сезоне. Бежит вперед Белоусов. Белоусов. Катит, катит, катит. Останавливается и все. Да, спасибо, Кристина, спасибо. Очень приятно. Что это так, да, очень приятно, что рады вы были слышать. Я тоже был вам всем очень-очень рад, правда, на протяжении всего сезона. Это было интересное зрелище. Всегда как-то грустно завершать сезон. Не знаю почему, но привыкаешь, привыкаешь, и потом уже, когда сезон завершается, думаешь, ну как же так? Ну как же так? Ну почему так быстро? Ну и вот здесь Шуклина возвращается назад. Успеет она? Да, она успевает. И еще спокойно держит шайбу под своим контролем. Ну что, юность Караганда с победой в этом матче. Молодцы Орлы, молодцы Караганда. С серебряными медалями поздравляем, с заслуженными медалями. Астане спасибо за игру, Астане спасибо за сезон. Это было великолепно, это было здорово. И чуть-чуть не хватило до драгоценного металла добраться. Но попытки они ведь еще будут. Они же никуда не денутся, они же никуда не денутся. Но мы ждем. Мы ждем, и вот да. Юность. Все собираются в один кружок. Так, ну и дать. Мы будем ждать. Я знаю, что там с большой ответственностью дошли организаторы турнира, в частности. Ну все, вроде бы, да. То я уж тут смотрю, интернет у нас тут, ну, лично у меня плохо стал работать. Я знаю, что там ответственно Туран подошел к организации тура, вроде там тортики приготовили для команд. Но у нас не заканчивается на этом, да. Вот тут ребята не спешат уходить. А это уже здорово. Это уже здорово. Костя, не надо. Не надо, пожалуйста. Ну и вот они, карагандинцы, довольные собой, обнимаются, радуются. Ну, конечно, конечно, это все понятно, это все логично. А как иначе-то? Ну и без рукопожатий тут дело, оно что ж, не обойдется. Да, тут уж, как говорится, вот вы думаете, мы в хоккей играем. Нет, мы тут жизнь живем. И уже который год кряду, да, и у нас все это дело происходит. Вот они, красавцы. Вот они, красавцы. Не надо, Константин, пожалуйста. Пожалуйста, там же... Кость, не отключайся. Пожалуйста. Вдруг медалями сейчас будут награждать ребят. Да не вдруг, а должны же. Сейчас напишу ему. Написал. Не знаю, надеюсь, все увидит, надеюсь, услышит. Но
заставочка-то мешает, да, там посмотреть за всем тем, что происходит вообще. А, ну ладно, ждем. Ждем. Надеюсь, Константин нам все это дело покажет. Во, спасибо. Спасибо. Ну что? Красота. То, ради чего мы, собственно, и играли, да, весь сезон. Момент, который мы ждали весь сезон. Сладкий приз капитану команды Астана вручают. Это Макзум Нурлан. Ну и также Матвей Пащенко, да, поехал за сладким призом. Все они вместе там потом его с удовольствием слопают. Заслужили тут уж. В конце сезона можно и по-сладкому пройтись, как говорится. Я думаю, вряд ли запрещать будут. Ну вот, Матвей Пащенко. Молодцы родители Турана. Организовали все это дело. Так, ну что, а вот и медальки подъехали. А вот и медальки подъехали для карагандинцев. Я думаю, что в этот момент я должен озвучить имена всех тех ребят, кто бился по ходу этого сезона ради этого успеха, ради этих медалей. Ну, также отмечу, что Михаил Жданов помогал, да, своей команде, второй голкипер, Никита Колесников, Тимуджин Сраубаев, Арсений Ларичев, Рустам Махашев, Габриэль Шуклин, Иван Журавлев, Илья Шиль, Владислав Диканский, Марк Галтуренко, Бигбай Мукушев, Тихон Басенко, Тимофей Машкин, Руслан Нетесов, Иван Плавайко, Демид Лагоцкий, Василиса Шуклина, Матвей Пащенко, Андрей Белоусов. И, конечно, тренерский штаб команды, безусловно. Это Эдуард Анатольевич Мазула, это Станислав Бачурин. Вот им тоже, конечно, большое-большое спасибо за подготовку ребят. Спасибо Астане за этот сезон. Спасибо Антону Петренко, потому что он тоже сделал многое, да, для того, чтобы его команда выглядела вот так вот здорово. Ну и также скажу, что в этом сезоне за юность играли такие ребята, как Тимур Габитов, Ярослав Черепанов, да, их тоже необходимо отметить. Они тоже свою лепту внесли в этот общекомандный успех. Ну и лучший вратарь сезона Никита Колесников. Поздравляем. Ну, я думаю, что заслуженно. И, ну, Никиту я очень часто хвалил. Он действительно один из самых стабильных. Да, и я же про это говорил, что заслуженно. Ну и кубок, да, за второе место достается юности. Матвей Пащенко на правах капитана получает его сейчас. Классный момент. Момент триумфальный. Ну и сейчас командные фото, да, и фотографии с кубком, с медалями.
Все это очень важно. Все это... Вот, давайте смотреть. Ну вот. Эй! Молочки, молочки, ребят. Ну что ж, на этой прекрасной, приятной ноте разрешите еще раз сказать всем огромное спасибо за этот сезон. До встречи в новом. И надеемся, что он будет еще ярче, еще интереснее, еще позитивнее. Всего вам самого доброго, дорогие друзья, и до новых встреч на хоккее. Мы ведь еще увидимся, и мы ведь еще победим. Пока-пока.